Свой юбилей сегодня отмечает самая обаятельная и привлекательная актриса отечественного кинематографа. День рождения празднует народная артистка России Ирина Муравьева. Почти полвека она отдала сцене, начинала со студии при детском театре, а уже через несколько лет ее имя гремело на весь Союз. Ирина Муравьева блистательно сыграла в знаменитой картине Владимира Меньшова «Москва слезам не верит». И еще через 2 года всенародным хитом стала ее песня-монолог «Позвони мне, позвони» из кинофильма «Карнавал». А роль Нади Клюевой, той самой обаятельной, привлекательной, окончательно закрепила народную любовь к Муравьевой. Голос великой актрисы многим знаком с самого детства. Ирина Вадимовна озвучила множество мультфильмов. Вот уже больше 25 лет артистка служит в Малом театре. На его сцене она сыграла и Раневскую, и Аркадину, и сейчас продолжает радовать поклонников в «Женитьбе» и «Власти тьмы».